Приветствую вас, друзья! Меня зовут Людмила Мельник, и сегодня мы будем открывать фан-страницу на Facebook. Заходим на главную. В левой колонке находим рекомендуемые страницы. Facebook выдает нам большое количество популярных страниц. Нам нужно создать страницу. Из таблицы мы выбираем исполнитель, общественный деятель, категорию бизнесмены. Вам может выпасть и другая таблица. Интерфейс Facebook постоянно меняется. Ставим галочку «Я принимаю начало работы». Тут же вам выпадет окно, в котором надо заполнить данные. Заполните только фамилию и имя. И, возможно, придется авторизироваться через мобильный телефон. И вот на главной странице мы уже видим нашу страницу с названием «Людмила Мельник». Мы нажимаем и переходим к самой странице, которую нужно заполнить. Заходим «Редактировать страницу», «Обновить информацию». И нам открывается основная информация. Категория «Люди, бизнесмены», имя, фамилия, которую мы уже ввели. Добавляем год начала страницы, когда мы ее организовали. Далее адрес можно не вводить. Вводим что-нибудь в графу «О нас», электронный адрес. И если у вас есть, введите свой сайт. Сохраняем изменения. Теперь ваши настройки. Две галочки обязательно, чтобы были. Далее управление правами. Обратите внимание, ограничение страны. Ни в коем случае не вводите в свою страну в это окно. Иначе вы не сможете выйти на рынок других стран. Дальше. Возрастные ограничения все 13+. Проверяем, чтобы были галочки. И сохраняем изменения. Следующая фотография профиля. Загружаем с компьютера ваше изображение. Теперь мы можем еще миниатюру подредактировать. Уменьшенное изображение. Сохранить. Следующий пункт – редактировать список хозяев страницы, если необходимо. Ресурсы – следующая вкладочка. Можно продвинуть, увеличить количество поклонников страницы и дополнительные ресурсы. Все будем по ходу делать. Теперь роли администраторов. Можно добавить еще администраторов, пока в этом нет необходимости. Приложение, которое нам дает автоматический Facebook. Мобильная версия, можно взять адрес для мобильной версии. И статистика. Очень интересная функция. Я уже нажала «Мне нравится». Это для того, чтобы, если кто-нибудь зайдет на страницу, то увидел, что хотя бы кому-то нравится эта страница. Но вообще мы можем увидеть статистику только в том случае, если у нас больше 30 таких «мне нравится». Если 30 человек вашу страницу оценили, вы сможете видеть статистику как на сайте. Кто заходит, откуда, зачем и куда. Далее добавляем обложку. Выбираем на компьютере. Загружаем. Я на обложке установила вот такую вот стрелочку. Сохраняем изменения. И теперь вы видите, куда эта стрелочка показывает. То есть человек, когда заходит на вашу страницу, у него есть такая подсказочка, что нужно нажать на эту кнопку. Такой психологический момент. Вот мы сохранили, чуть-чуть ниже опустили. И
И сейчас мы зайдем в нашу почту, где мы находим письмо от Facebook. Добро пожаловать в страницы на Facebook. Тут, в принципе, нет никакой такой серьезной информации. Просто как приветствие. И переходим на страницу. Обратите внимание, в основной информации я переписала имя английскими буквами, чтобы различать, где профиль, а где страница. И сейчас мы будем менять имя пользователя. Вы используете Facebook как Людмила Мельник, то есть как страницу, вы видите английские буквы. И каждая страница может иметь имя пользователя. В первом окне мы видим английскими буквами имя. И в следующем окне мы введем имя пользователя. Я назвала страницу «К вершине». Проверяем доступность. Facebook задает сразу несколько вопросов. Один из них – не собираемся ли мы продавать нашу страницу. Все перечитываем внимательно. И мы уверены, что хотим изменить имя пользователя. Продолжить. Успех. Имя пользователя успешно изменено. Окей. И теперь мы проверим то, что мы сделали. Заходим на наш профиль. И проверяем в строке браузера наш адрес facebook.com. Людмила Мельник. А теперь мы перейдем на нашу страницу. И мы видим facebook.com к вершине. Поздравляю! Страница на Facebook создана. До новых встреч!